Дорогие друзья и зрители, приветствую вас на моем канале «Хочу в деревню» на хуторе Пана Яна у столетнего дома. Ну а я сегодня пойду в дом и буду делать то, что еще не доделал в доме, ту работу, которую откладывал. Как погода мне говорит: все, Виктор, поработал на улице, пора и домой вернуться. Неделя у нас такая будет, сейчас около ноля, даже может небольшой минус. Ну, прохладно, я уже печку топлю. В доме будет скоро хорошо совсем. Пойду работать и вам покажу. Кто смотрел прошлый выпуск, кто знает, я купил умывальник с подогревом. И сегодня я его хочу собрать. Расскажу попозже, покажу вернее попозже, почему я его сейчас собираю. Мне он пригодится, мне он нужен. Ну а тут, видите, стоит шланги с водой. Стоят они потому, что я боюсь, что, например, могут подмерзнуть. Потому что нас до минус 7 обещают, но в центре дома не замерзнут. Но сегодня они отсюда будут тоже убраны, потому что я буду кое-что делать и вам тоже покажу. Все, я приступаю к сборке. А вы под веселую музычку смотрите, как я как электровеник собираю. Вот бы в жизни, в реальности так все было быстро. Это бы было бы просто. Я бы вообще все-все сделал бы за один год. А так надо 5 лет. Так, рассказываю. Ну что, включил я в розеточку его. Значит, ТЭН на 1,25 киловатта. Влазит в этот бак 17 литров воды. Нагревает до 65 градусов воду. С 20 до 65 написано 40 минут. Ну, короче, час он будет греть воду, чтобы она стала теплой. Течет водичка, если видите. Ну, и это устраню. Тут всего лишь одна прокладка. Раньше здесь тоже должна была быть такая резиновая прокладочка. Ее в комплекте не шло. Ну, вот ничего страшного. У меня остались вот такие краны. Я дополнительно покупал раньше себе в магазины. Там есть прокладочки. Я сейчас пойду найду наверх. И потом эту воду уже спущу всю нагретую. Там заодно резиночки все размякнут. Здесь поставлю, и все, течь прекратится. Пришлось оставить вот такой краник. Потому что здесь вот раньше производитель ложил прокладочку такую, шайбочку, вот здесь это было пошире. И получается, если я вот тут поставил прокладку, оно все равно текло. Ну, сейчас вот не течет, но единственный минус этого крана, он очень медленно дает воду. Ну, как бы минус такой, это относительный, может даже лучше, меньше будет расходоваться вода. Ну, вообще, надо сюда поставлю шайбочку и прокладку надо будет. Просто прокладки нету никакой у меня. Все, вода греется. Мне казалось, что она дольше греется. Вода нагрелась достаточно быстро. Хорошая, горячая. Все, останется доработать. Там только купить сифон. Вернее, поставить, у меня сифон есть. Просто сделать, чтобы оно более правильно шло в воду, в ведро вода. И все, пользоваться. Вот такой умывальничек. Пора заканчивать с грязными работами, уже устал от этой пылюки, грязюки. Последний этап. Значит, вот выпилил пораженные участки. Сюда я буду подгонять и вставлять, ну, доску. То есть вот так вот.
вставляю, а потом буду просто подравнивать под это место. А щели, если нужно, зашпаклюю. Вот эту часть, не выбираю здесь хорошее бревно, только чуть-чуть вот сверху повреждено. Это я все подшпаклюю. Ну, все трупехлое выбрано. Остается вот такое. Пытаюсь выламывать. Напилил вот так вот продольные пилы. Пилкой сделал. И пытаюсь их выломать. Тут, где вот, например, не заполнено, буду заполнять специальной. Это не пена, такая штука, которая не в каплю не собирает себе воду. Ну, что-то подобное на пенополиэстирол. С деревом дружит хорошо, а сверху закроется доской, которая потом будет подогнана, вот и кантики все эти будут подогнаны. Ну, такая работа, конечно, играющаяся. Можно проще сделать, взять, например, вот так вот, и все, я говорю, что зашить вот это полностью, перед весь. Может быть, и так сделаю, но пока в планах доску сегодня выбираю, все сгребаю. Больше такой пылюки здесь не будет. Хочу вам рассказать, как хорошо, что я снимаю ролики. У меня сменилось устройство, и не могу найти данные, вот, где я фотографировал нумерацию досок сверху. Нашел свой ролик на ютубчике, включил и нашел номера, которые мне нужны. Более близко хочу вам показать. Да, вот есть участки пораженные, которые, ну, здесь ел жук. Ну, вот видите, и есть смола. Здесь вообще все крепко. Выбиваю. Все, надо вот это выбить, выломать. Вот так нарезаю их пластинками и отламываю. Хорошо бы подошла стамеска, но у меня стамеска маленькая. Поэтому я выламываю топором. Ну, все выломаю, и грязная работа на этом закончится. Останется там просто подгонка, но это уже можно будет делать, ну, не по месту, а на улице уже, когда будет погода получше. У нас на улице не Неважнецкая, хоть снег практически и растаял, но там на крыше лежит. Ну, очень холодно, поэтому я работаю в доме. Мне здесь тепло. И вот эту грязную работу, которую я все еще оставлял, я сегодня закончу. Водружу доски и обработаю. Сначала протру от пыли, а потом обработаю антижуком. We'll be right back.
Так вот выходит, досочки встают на свое место, плотненько. Там одной доски что-то не могу найти. Ну, продолжаю дальше ставить. Потом буду мыть, ну, вернее, протирать пыль и обрабатывать антижуком. Все вам покажу. Начал я убирать пыль, стирать влажную уборку. И у меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, сколько лет не видел этот дом, ну, влажной протирки? Я думаю, лет 11 точно. Ну, а может, и уже намного больше. Как я протираю это все, сейчас я вам покажу. Буду обрабатывать вот таким антижуком, антисептик для древесины от поражения жуками древоточатыми. Буду обрабатывать антижуком, комнату на втором этаже. Электрический опрыскиватель. Все включил. Сейчас буду прыскать. Меры предосторожности.
начиная с пораженных участков. Темно, но все обработал, все ушло на эту площадь. Ну, 8 литров антижука хорошенько пролил, пускай работает. Если где-то вот такие норки вот были, туда производитель рекомендует заправлять шприц, брать и заливать туда средства. Я это тоже буду делать, но чуть попозже. Хочу сказать, что опрыскивателем, конечно, расходуется намного больше. Ну, надо очень быстро водить, чтобы, ну, равномерно еще к тому же. И также вот эту вот можно включать, чтобы сильнее колесиком давала помпа давления. Ну и чтобы слабше. Я вот включил и где-то на 40% делаю мощность. И тогда вот можно будет обрабатывать. Ну, начну сейчас обработку. Вам тоже покажу. Приступим. Так, этого мало. Надо больше дать скорости. Вот сел генератор, закончился бензин. Ну, сейчас доделаю уже. Ну, скажем, придется залить очень много сюда средства, в эти все дырочки. Я уже остатки выпрыскиваю, остатки, поэтому просто так попробовать. Вот так, как там сказано. И внутрь. И внутрь. Внутрь. Понятно, что их тут уже нету.
Друзья, вот уже месяц появился. Вот он, красавчик. Ну, вот здесь я, конечно, побаловался. Ну, а так, комнату второго этажа я полностью изнутри обработал, а также обработал пол снизу. Для того, чтобы... Я хочу тоже часть здесь досок, которые стоят в кухне, их на место поставить. Для того, чтобы они не мешались, чтобы мне больше было пространства работать. Ну, а завтра я продолжу работу в доме, потому что работать на улице холодно. Вот даже еще, видите, северная сторона, вот это белое, это снег лежит местами. То есть он не растаял. Ветром сорвало мой баннер, надо на место поставить. Ну, а так птички чуть-чуть к вечеру оживились. Ну, не сильно. Это говорит о том, что пока на некоторое время весна отступила. Друзья, темно уже. Задержался допоздна, но умылся, руки, лицо теплой водичкой, совсем другое дело. Перешел на следующий уровень. Обработал антижуком, надеюсь, я их победил. Но говорят, что уже в таком дереве жуки не живут. Но на всякий случай он еще как антисептик. Освещают меня фары моего автомобиля. Сзади за мной светятся два фонарика на моем дровничке. И на уличном туалете. Я их делал самостоятельно. Если вы вдруг не видели, то посмотрите это видео. Ссылочки будут в закрепленном комментарии. Друзья, ну, спасибо вам, что вы были со мной. Я надеюсь, вы не забыли поставить лайк. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. А я вам желаю здоровья. Почаще заходите на мой канал. Друзья, пока!